сейчас звучит премьера песни «Шаги любви». Музыка Дмитрия Чистякова, и автор у нас в зале, композитор. Поприветствуйте, пожалуйста. А слова Ольги Халу, и она живет где? В Арабских Эмиратах, друзья. Вот у нас вот такая география авторов сегодня. А исполнит эту песню несравненно наши гости Вера Митрофанова, вокальная студия «Фиеста», руководитель ее, Вера Митрофанова. Тихо завершался день, пустым автобусом сто спешит в последний свой маршрут. Пишет осень городской этюд. А там на башне тикают старинные часы. Им не важно, сколько лет считать и сколько зим, и лишь порой не закрывая дверь. От недосказанности снов, от неизведанности дней порою кажется трудней понять, где ложь, а где любовь. Как от себя ты не беги, надежду в сердце береги. Любовь придет, ты слышишь вот ее шаги. Делал. Композитор, он же аранжировщик, браво, спасибо.